Давненько не было видосов в таком стиле, в стиле влога. Я хочу начать для себя очень интересный мини-проект такой. Во-первых, проинструктировать вас или как-то просто поделиться своим опытом. В общем, идея такова. Есть желание потестировать iPhone 6. Ну, я пользовался iPhone 6 неоднократно, как бы. Но есть желание потестировать его именно либо БУ, либо восстановленный. Так вот, восстановленный, соответственно, ждать долго. И мы, может быть, это еще снимем. То есть я это, может быть, еще сниму. А БУ, соответственно, тоже интересно. Но купить БУшный iPhone и показать, типа, вот я купил БУшный iPhone, там стоит в среднем там от 14 тысяч рублей, как бы, и до свидания. Я хочу пойти другим путем. Ну и, собственно, идея такова, что взять iPhone 6 с проблемами. Для чего с проблемами? Для того, чтобы в последующем, это, знаете, как берут автомобили и потом их тюнингуют или еще что-то делают. Так вот, как минимум можно сделать 2-3 дополнительных выпуска и вам рассказать об этом. То есть можно будет поменять там, так, немножко спойлерну, корпус сделать под семерку. Можно, соответственно, его исправить, чтобы он был полностью рабочий. Рассказать, с какими трудностями вы можете столкнуться, если вздумаете, скажем так, купить iPhone с такой проблемой, с которой нашел его я. Ну и, соответственно, рассказать все эти нюансы. Так что welcome, сейчас вы, наверное, увидите непосредственно меня уже после покупки. Я жду звонка от продавца, соответственно, и буду с ним встречаться и разговаривать по поводу, смотреть, что он там предлагает, в принципе, за вменяемые деньги. Погнали! Ну что, я созвонился, короче, с человеком, и вот я такой весь счастливый, иду навстречу своей, в кавычках, мечте, для того, чтобы рассказать вам, на какие нюансы вы можете столкнуться при приобретении айфона БУ с Авито, еще и сломанного. Давайте так, если данное видео наберет 100 лайков, оно когда-нибудь наберет 100 лайков, я, соответственно, выпущу ролик о том, точнее, опубликую ролик о том, что из себя, в принципе, представляет iPhone. Так что продолжение следует, это как минимум не последний выпуск, поэтому подписывайтесь, комментируйте все соцсети. Ну и ссылки на нормальные айфоны будут в описании под этим видео. Если вы не хотите заморачиваться, просто тупо покупайте на Али. Или звоните мне, мы вам восстановленный. Точнее, пишите мне. Я вам, соответственно, восстановленный айфон сделаю вообще по красивой цене. Как-то так. Ну, с Богом. Ну вот, собственно, и случилось перед вами. Вот, наверное, вот так вот лучше. iPhone 6, он с некими проблемами. О проблеме я расскажу в отдельном ролике. Так что, в принципе, люди адекватные, соответственно, человек адекватный. Ну и, наверное, вы сейчас будете ко-ко-кокать в комментариях, а может и не будете, но я, скажем так, скажу вперед, для чего я это сделал. В принципе, я объяснил вам, для чего я это сделал. Во-первых, посмотреть адекватность, скажем так, врут ли продавцы на Авито. В 95% случаев они все врут. Я не знаю, повезло ли мне, но вроде как сказал человек все косяки, которые были в айфоне. И, соответственно, вторая часть, это вторая и третья часть, почему я это сделал, это рассказать вам, сколько же будет стоить та или иная проблема, если, допустим, вы не хотите гуглить и не хотите смотреть, сколько это стоит в ремонтных мастерских. Может быть, вообще я переплатил в 5-6 раз и овчинка выделки не стоит. А может быть, и не переплатил. Но в любом другом случае, и третья, кстати, да, третья идея — это показать вам моддинг. Моддинг, соответственно, преображение вашего айфона другой iPhone, соответственно, может быть красивее, может быть даже эксклюзивнее, чем он был, когда его произвели на свет. Ну, теперь точно все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось, ставьте дизлайк, если не понравилось. Пишите свои комментарии, свое мнение в комментариях к этому видео. Пока!